Братья, когда я пришел к вам, чтобы возвещать о тайне Божьей, то мои слова не отличались ни красноречием, ни особой мудростью. Находясь среди вас, я решил не знать ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого. Я пришел к вам слабым, полным страха и трепета. И моя весть, и моя проповедь были не в убедительных словах человеческой мудрости, но в проявлении силы Духа, чтобы ваша вера основывалась не на мудрости человеческой, а на силе Божьей. Мудрость же мы возвещаем среди людей духовно зрелых, но это не мудрость этого мира и не мудрость приходящих властителей этого мира. Нет. Мы говорим о тайной мудрости Божьей, которая до сих пор была скрыта, но еще до сотворения мира предназначена им для нашей славы. Те, кому принадлежит власть в этом мире, не поняли ее, иначе они не распяли бы Господа славы. Но, как написано, «не видел глаз, не слышало ухо, и не приходило на сердце человеку то, что Бог приготовил любящим его. Нам же Бог открыл это Духом Своим, потому что Духу известно все. Он проникает во все глубины премудрости Божьей. Кто может знать мысли человека, кроме его собственного Духа, живущего в нем? Также и замыслов Бога никто не знает, кроме Духа Божьего. Мы же получили не Дух этого мира, а Дух от Бога, чтобы нам понять все, дарованное нам Богом. Об этом мы и возвещаем не словами человеческой мудрости, но словами, которым нас научил Дух. Мы объясняем духовные истины словами, которым нас учит Дух. Недуховный человек не принимает того, что приходит от Духа Божьего. Он считает это глупостью и не может понять, потому что об этом можно судить только духовно. Духовный же человек может судить обо всем, тогда как о нем никакой человек судить не может. Потому что кто постиг разум Господа, чтобы советовать ему? Мы же имеем разум Христов. Братья, когда я пришел к вам, чтобы возвещать о тайне Божьей, то мои слова не отличались ни красноречием, ни особой мудростью. Находясь среди вас, я решил не знать ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. Я пришел к вам слабым, полным страха и трепета. И моя весть, и моя проповедь были не в убедительных словах человеческой мудрости, но в проявлении силы Духа, чтобы ваша вера основывалась не на мудрости человеческой, а на силе Божьей. Мудрость же мы возвещаем среди людей духовно зрелых. Но это не мудрость этого мира
и не мудрость приходящих властителей этого мира. Нет. Мы говорим о тайной мудрости Божьей, которая до сих пор была скрыта, но еще до сотворения мира предназначена им для нашей славы. Те, кому принадлежит власть в этом мире, не поняли ее, иначе они не распяли бы Господа славы. Но, как написано, «Не видел глаз, не слышало ухо, и не приходило на сердце человеку то, что Бог приготовил любящим его». Нам же Бог открыл это Духом Своим, потому что Духу известно все. Он проникает во все глубины премудрости Божьей. Кто может знать мысли человека, кроме его собственного духа, живущего в нем? Также и замыслов Бога никто не знает, кроме Духа Божьего. Мы же получили не дух этого мира, а дух от Бога, чтобы нам понять все дарованное нам Богом. Об этом мы и возвещаем не словами человеческой мудрости, но словами, которым нас научил Дух. Мы объясняем духовные истины словами, которым нас учит Дух. Недуховный человек не принимает того, что приходит от Духа Божьего. Он считает это глупостью и не может понять, потому что об этом можно судить только духовно. Духовный же человек может судить обо всем, тогда как о нем никакой человек судить не может, потому что кто постиг разум Господа, чтобы советовать ему? Мы же имеем разум Христов. Братья, когда я пришел к вам, чтобы возвещать о тайне Божьей, то мои слова не отличались ни красноречием, ни особой мудростью. Находясь среди вас, я решил не знать ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. Я пришел к вам слабым, полным страха и трепета. И моя весть, и моя проповедь были не в убедительных словах человеческой мудрости, но в проявлении силы Духа, чтобы ваша вера основывалась не на мудрости человеческой, а на силе Божьей. Мудрость же мы возвещаем среди людей духовно зрелых,
но это не мудрость этого мира и не мудрость приходящих властителей этого мира. Нет. Мы говорим о тайной мудрости Божьей, которая до сих пор была скрыта, но еще до сотворения мира предназначена им для нашей славы. Те, кому принадлежит власть в этом мире, не поняли ее, иначе они не распяли бы Господа славы. Но, как написано, «Не видел глаз, не слышало ухо, и не приходило на сердце человеку то, что Бог приготовил любящим его». Нам же Бог открыл это Духом Своим, потому что Духу известно все. Он проникает во все глубины премудрости Божьей. Кто может знать мысли человека, кроме его собственного Духа, живущего в нем? Также и замыслов Бога никто не знает, кроме Духа Божьего. Мы же получили не Дух этого мира, а Дух от Бога, чтобы нам понять все, дарованное нам Богом. Об этом мы возвещаем не словами человеческой мудрости, но словами, которым нас научил Дух. Мы объясняем духовные истины словами, которым нас учит Дух. Недуховный человек не принимает того, что приходит от Духа Божьего. Он считает это глупостью и не может понять, потому что об этом можно судить только духовно. Духовный же человек может судить обо всем, тогда как о нем никакой человек судить не может, потому что кто постиг разум Господа, чтобы советовать ему? Мы же имеем разум Христов.